Обновление самарского метрополитена продолжается. После капитального ремонта в северной столице в Самару прибыли 6 вагонов метро. Сегодня прошла комиссионная приемка. Такая возможность появилась благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Эти вагоны прошли капитальный ремонт. И срок эксплуатации этих вагонов теперь 15 лет. Мы ударными темпами обновляем подвижной состав в метрополитене. 6 новых вагонов уже пришло, 5 придет вагонов до конца года. То есть до конца года мы получим 11 новых вагонов. И запустим уже к имеющимся 3 новым поездам, которые у нас уже курсируют, еще 2 новых поезда еще запустим. Рисунок на вагонах вызывает ассоциации с одним из символов Самары – ладьей. При этом обновленные вагоны стали безопаснее. Они оснащены системами видеонаблюдения, пожаротушения и приточной вентиляции. Уделили внимание контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Для этого установили специальные предохранительные устройства, которые предотвратят падение пассажиров между вагонами состава. Позаботились и о комфорте. Пассажиров ждут новые поручни, полы, окна, обшивка, более яркое освещение и сиденья с антивандальным покрытием. Не забыли об удобстве маломобильных граждан, предусмотрев специально отведенные места в каждом вагоне. Причем на каждой станции определен сотрудник, который может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли без затруднений воспользоваться услугами перевозок в подземке. На 22-й год по плану мы еще отремонтировать 7 вагонов метрополитена. И 23-й год 10 вагонов. Качество производства капитального ремонта достаточно хорошее. Вот первые 4 вагона, которые мы получали, и сейчас они бегают на линии. Перед выпуском на линию новых вагонов проводят пусконаладочные работы и обкатку. Для этого в Самару приехала сервисная группа из Санкт-Петербурга. Они будут трудиться вместе со специалистами самарского метрополитена, после чего вагоны введут в эксплуатацию. Готовим к эксплуатации. После капитального ремонта смотрели, что, где, как работает оборудование, заезжали в депо, проверяли, устраняли, если надо. В ближайшие годы планируется привести в порядок весь парк техники. В ожидании капремонта вагоны регулярно проходят техобслуживание и текущий ремонт, который проводится собственными силами на базе электродепо. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.